2023 год, 8 февраля. У ребенка гидроцефалия, очень тяжелая форма. У нас лечится, значит, на базе тазохова. И какие у них изменения, давайте узнаем. Сначала давайте посмотрим. МРТ признаки микроцефалии, гипоплазии мозолистого тела, субтотальные рубцово-кистозно атрофической дегенерации больших полушарий головного мозга с асимметричной внутренней гидроцефалией заместительного характера. МРТ признаки ли гликерокистозы и изменения. Значит, подтверждение данного заключения здесь можно увидеть. Значит, если посмотреть, вот здесь можно увидеть. Здесь где-то 80% мозга отсутствует. Мозолистое тело отсутствует, почти отсутствует. Истонченный ствол головного мозга. Демек, боланы 80% миясы йок. Мияда чандырли кистали узгарышлар бар. Микроцефалия мухтыда боген. Бринчи маратаба таза хавас хадгахыда. Демек, davolanyapti. To'g'rimi? Kelganlarga necha kun bo'ldi? Kelganimizga 10 kun bo'ldi. 10 kun bo'ldi. Xo'p, 10 kun ichida nima o'zgarishlar sezdingiz? 10 kun ichida sudurkisi bo'ldi, chuchirdi, chuchishlari qoldi. Xo'p. Keyin o'tiradi bu. O'tirgan joyida turishga harakat qilibdi. Значит, за 10 дней какие они изменения почувствовали? Ребенок начал сидеть, говорит, хочет, чтобы чуть-чуть наступать. Утрышка харакат кылыпты, юрышка ма? Юрышка харакат, турышка харакат кылыпты, да? Хочет встать и ходить. И такой у него появляется возможность и сила. А так судороги остановились, судороги бармы, да? Судороги были по типу вздрагивания. Чуть-чуть сылкины шагли в спонавла берген. Сейчас все оно проходит, да? Значит, яхши узгарышлар бар. Яна нема яхши узгарышлар? Кол аягына харакатлары бар. Харакатлары яхши. Нема болды? Яхши харакатлары кымылайды. Анығымы, ёсал бүртілу айты. Раз она говорила, что очень многие врачи сказали, что у тебя почти головного мозга отсутствует и не надо тебе лечиться. Көп врачлар айтканки, 80% эмес, миен жок, нима кылсаң даволатып деп. А в прошлый раз она задала мне вопрос, нужно ли нам лечиться, будет ли результат. Это в начале лечения они говорили. Я сказал, конечно, нужно лечиться. У нас есть больные, у кого, значит, 95% головного мозга нет, но все равно лечится и получает хороший эффект. Меня это не бзда. 95% миясы у адамлар бар. Шуларам даволанып, яхшы нәтиҗә алып дидем. Сезгә нима дишкәнде врачлар? Үз айтыңчы. Юрмайдыган баланы нима кыласыз, даволатып? Пулис кетәде. Ә, пулингиз кетәде дип шунака дишкәнде. Инде шуна булса ям, инде хәрәкәт кылып, даволатып күрәчә дидегез. Ә. Үзгәреш булды. Мен сез алдыгызә килеп һәм үзгәреш менә үзе билинде. Үйдәгеләр пайдасы болмайды, дәваланмагын демәдем. Йок, уйымдагылар ям тип-тип хәрәкәт кылышады. Яхшы уйымыздагы. Я спрашиваю, домашние ваши, ну, скажем, там тёща есть, тесть есть, да, скажет, тебе не надо лечиться, или муж. Я говорю, нет, они сказали, что будем лечиться. Значит, когда семья вместе, значит, хочет лечиться, это хорошо. А когда муж не хочет, теща не хочет, эффекта не бывает, потому что там материально они не поддержат, ребенок дома не будет принимать препарат. Значит, ага, кайнасы, кайнатасы, иры, карандашлары, йог деса, натиже бомиды. Шынака беймарлар болса, кемаслик керек. Чунки, даваланып кетады, кем уйда дала ичкизмейді, ичкизишка имканы бомиды. Демек, уйдагилариз давалана тамыз, деді. Яхшы бөледі, Худа қаласа. Ишан япсыз. Ха, ишаныб сізге келдім дейінді. Неше доктор айтты, дауаланмагенде? Иките доктор айтты, өзімізде Наманганда айтты, шынақа деді. Енді Худадан тілеп харакат қоясыз. Ха, Худадан, Аллада сұрап, харакатлары яхшы. Рахмат, Аллах шыпал. Пожалуйста, сделайте хорошие дуа.
ko'rganlar yaxshi guvoh qilib qo'yinglar, Alloh shifosini bersin. Sizga rahmat, tinchining sog' bo'lsin. Rahmat katta, rahmat. Alloh o'zi asrasin sizni ham, bolalarimiz baxtiga sog' salomat yuring. Rahmat, Alloh shifosini bersin.